Лунина, боксер, который сегодня дебютирует в качестве боксера-профессионала, разрешите представить из города Могилева Владимир Косьяненко. Сима Лунина, боксер, его официальный рекорд 3 боя, 3 победы, разрешите представить из города Бобруйска Дмитрий Гапонов. Формула боя. 4 раунда по 3 минуты. Реви в ринге. Судья национальной категории. Мастер спорта Владимир Коваленя. Итак, я думаю, есть смысл сказать пару слов о том боксере, которого мы знаем, которого знаете вы, если постоянно смотрите профессиональный бокс, то есть о Дмитрии Агафонове. 3 боя он провел на профессиональном ринге, во всех 3 одержал победы. Ну, этот боксер из Бобруйска произвел на нас довольно интересное впечатление, скажем так, особенно то, что касается первого его поединка. Первый поединок, это был, конечно, такой хороший старт с его стороны, когда англичане приезжали сюда к нам в Беларусь. Это он один из немногих наших белорусов, который выиграл уверенно в свой дебютный поединок у Фрэнсиса Кросса. Да, отличный был бой, и ждали мы то, что Дима ярко продолжит. Ну, следующий его поединок с Алексеем Кобозовым был победным, но не столь ярким. Может быть, где-то сказалась длительная тоже пауза, которая была, к сожалению, в карьере Дмитрия Агафонова. Все-таки вот в этой весовой категории до 53,5 килограммов, я напоминаю, у нас мало боксеров, прямо скажем. Наверное, самый известный Валерий Янчи, который выступает сейчас, боксер, наш профессионал в Испании. Ну, есть в смежной весовой категории очень сильный боец Андрей Исаев, но он, к сожалению, тоже в Беларуси не выступает, в основном выходит на российский ринг. А так, соперников у Димы внутри страны, во всяком случае, нет. Ну, вот Владимир Косьяненко бросает вызов Диме, и надеемся, что сейчас вот этот бобруйский боксер снова покажет ту прыть, которую мы запомнили по бою с Фрэнсисом Кроссом. Тогда, по-моему, даже англичане были удивлены, да, что да, у нас... Да, естественно, они приехали, думаю, побеждать. Дебютант, такая вот темная лошадка. Но сейчас дебютантом и темной лошадкой как раз Владимир Косьяненко является из Могилева. Знаем Могилевскую школу, хорошая школа бокса. Ну, пока первый раунд, идет разведка. Ну, да. И так свободно себя чувствует Дмитрий Агафонов. Ну, я скажу еще, Дмитрий, Владимир Косьяненко еще позволяет Диме боксировать в его излюбленной манере. На отходе спокойно вторым номером работает бобруйский боксер. И не настолько активно его поддавливает, мне кажется, Владимир Косьяненко, чтобы создать Агафонову какие-то глобальные проблемы. А ему не нужно поддавливаться, он выше ростом, да, даже так заметно. Ему, наоборот, нужно держаться на дистанции. Здесь поддавливать как раз нужно Дмитрию Агафонову, но он пока играет, пока присматривается. Будем надеяться, он пытается просто увидеть какую-то брешь в обороне Владимира Косьяненко и нанести какой-то жесткий, четкий удар. Ну, если честно, Костя, не верится мне, что ты правильно оценил рост соперников. Просто так подсаживается Дима Агафонов, он на самом деле довольно высок для своей весовой категории. Вот, просто вот такая вот манера действий у него, и помню тогда Фрэнсиса Кросса она поставила в большой тупик, вот, ну, мы видим так, Косьяненко вроде идет вперед, но как-то очень уж неактивно, все-таки вот даже по этому первому раунду видно, что Дмитрий Агафонов ощупал, скажем так, оборону соперника уже полностью, а ничего кроме такого небыстрого джеба в исполнении Владимира Косьяненко, вот кроме этого мы ничего не видели. Ну вот замечает уже Владимир Коваленя то, что пора бы вести бой. Ну вот такой, да, хороший апперкот со стороны могилевчанина. Пожалуйста, немного забыл об опасности Дмитрия Агафонова. Ну, Косьяненко ему об этом напомнил. Да, поэтому надо работать, надо работать. И я пора бы еще жестко пробивать. Да, вот как раз жесткости хотел бы пожелать обоим боксерам. Все-таки бокс у нас, конечно, весовая категория. Вес пера практически 53,5 килограмма, но
чуть-чуть активности, хотелось бы и жесткости с их стороны, тем более, что, во всяком случае, что касается Дмитрия Агафонова, жесткие удары в его исполнении в прежних поединках мы видели. Даже, я вам скажу, бой с Дмитрием Кобозовым, с Алексеем Кобозовым, прошу прощения, который мы упоминали, который нам вроде как не понравился, все-таки начал его там Дима Агафонов тогда очень хорошо, но потом пошло что-то не так. В общем, ладно, об этом бое. А что ты скажешь о первом раунде? Вот что решат судьи? Я бы в этом раунде отдал ничью. И только потому, что более опытный Дмитрий Агафонов где-то больше игрался, где-то наносил какие-то удары, а Владимир Касьяненко нанес апперкот такой четкий, который был виден. Ну, можно сказать, это единственный был жесткий, самый удар, жесткий удар, да, был из этого раунда. Ну что ж, вторая трехминутка. Вот, пора активизироваться уже Дмитрию Агафонову. Да, ну осторожно, он так влезает на эту ближнюю дистанцию, щупает быстрыми сериями оборону соперника. Я думаю, вот этот апперкот уже, скажем, остудил немного пыл Агафонова. Ну, и вот хорошо по корпусу сейчас прошелся Владимир Касьяненко. Повторять этот апперкот Агафонову я посоветовал, поскольку как раз стоит так под этот удар Дмитрий Агафонов. Ну вот, вот уже поджал дебютант канатом. Да, ну спокойно на самом деле выглядит Владимир Касьяненко. Мы вот видим, как иногда дебютанты, скажем так, зажимаются, выходя впервые на профессиональный ринг. Он, в общем, боксирует довольно спокойно, уверенно. Вот эти атаки Дмитрия Агафонова, мало того, что они не очень акцентированы, он еще и принимает их на глухую защиту, поэтому чувствует себя довольно спокойно. Сейчас вот он как раз попытался повторить тот апперкот, о котором ты говорил. Однако но, видел уже, да, это был готов, Дмитрий. Был готов Дмитрий Агафонов. Ну что ж, раунд у нас пока протекает в целом в том же ключе снова. Да. Ну вот повтор и подхват. Ну вот сказывает все-таки неопытность. Три боя — это не так много для боксера-профессионала. Такой хороший джеб, но и за ним должен был быть подхват. Должен сразу же нужно было пробивать с правой прямой, левый сбоку и уже продолжать атаку, развивать атаку. Ну сейчас вот смотрим, да, развивает атаку свою Владимир Касьяненко, дебютант. Ну, конечно, почувствовал он необходимость отыграться в этой ситуации. Естественно, идет вперед боксер из Могилева. Да, вот то, что мы отмечали тоже в бою с Алексеем Кобозовым. Вот наносит хорошую атаку Дмитрий Агафонов, но не дорабатывает соперника. Очень это плохо, даже ну, в профессиональном боксе это необходимый элемент, скажем так. Сейчас больше боксеры, кстати, как на твой вкус, действуют как боксеры-любители, да? Набрасывают легкие атаки, набирают очки. Ну, то, что ты заметил, что вот легкий вес, как бы, и не ждать отсюда нокаутов, этот вес очень стильно, широко представлен, именно вот мексиканский бокс. Там очень жесткие боксеры. Да, очень атлетичные, кстати. Да, атлетичные и жесткие, практически все свои бои нокаутами как раз заканчивают. Ну, у нас немного другие в этом плане традиции. Ребята вышли, несомненно, оба из любительского бокса. Оба, кстати, видимо, с хорошей школой. Ну, вот сейчас хороший подхват со стороны Дмитрия Агафонова. Ну, и надо продолжать уже работать. Но второй раунд уже так поактивнее выглядит. Да, чуть-чуть подзавелись. Оба спортсмена, да, подзавелись, пропустив по несколько ударов. Ну и думаю, третий раунд уже карты открыты, будут боксировать более уверенно и жестко. Я еще скажу тебе так, чего вот мне не хватает в этом бое — скорости, наверное. Да, все-таки для от такого этого веса, для такого веса обычно, да, ждешь скорость, да, согласен. Здесь ребята особенно виловато выглядят в этом плане Владимир Касьяненко, и когда он не успевает на, ну, явные такие моменты, которые Дима Агафонов его вроде оставляет, это, конечно, выглядит странно. Но с другой стороны, возможно, вот мы так посмотрели, боксер выглядит вроде уверенно, но может быть внутренне там есть некоторые психологические проблемы, которые перед ним в дебютном бою именно стоят. Где-то должен он через себя перешагнуть. Ну и этот бой, в частности, ему должен в этом помочь. И этим должен был воспользоваться как раз Дмитрий Агафонов и более жестко, уверенно начать первый раунд. А так он дал почувствовать, не дал почувствовать опасности Владимиру Касьяненко. И вот, видимо, он уже себя вольно чувствует, пробивая где-то часто и свой правый апперкот, который раз от раза доходит до цели. А о чем сейчас Владимир Коваленьев говорил с соперниками? Ну, сказал, что нужно, я думаю, сказал о том, что нужно как раз вести бой и
больше активизироваться в ринге. Да, мы не забываем о том, что бокс профессиональный, а профессиональный бокс он для зрителей прежде всего. И боксеры должны давать шоу в этом четырехугольнике. Ну, вот, видимо, слова Владимира Ковали не подействовали на бойцов. Даже и скорость появилась уже у них. Вот, вот, хорошо, хорошо. Джеб, отличный джеб получается в исполнении Дмитрия Агафонова. Но опять же без продолжения. Вот сейчас, хорошо, хорошо. Да, и совсем Владимир Косяненко в этой ситуации вот почему-то подождал, когда закончит Дима Агафонов свой спорт, и только тогда взорвался. Хотя как раз-таки мог бы попробовать войти в атаку соперника. Лучше бы он сделал это с выхода. Раз подсаживается Дмитрий Агафонов, можно было выйти на дистанцию, на дальнюю, и работать длинными руками. И даже этот свой апперкот, можно сказать, уже коронный удар, поскольку хорошо получается. Ну вот, опять хорошо, хорошо Дима Агафонов достал соперника справа и снова проспал Владимир Косяненко этот момент. Удивительно, как будто на какие-то секунды засыпает могилевский боксер. Вроде все так у него неплохо идет. Вот он в предыдущем эпизоде поджал Агафонова, и, ну, тут же заснул и пропустил этот жесткий удар справа. А Дмитрию Агафонову вновь не хватило опыта, чтобы доработать соперника. Тут же ушел на дистанцию и отпустил могилевчанина. Ну, вот в таких поединках и в каких-то нелепо пропущенных ударов и растет опыт. Да, ну здесь уже поживее этот раунд, пожестче удары соперников. Особенно это касается Дмитрия Агафонова. Ну, это такие вот толкающие, как вот, раз таки вот, не быстрые, но вот это вот, да, ну неплохо. Вот опять, тут та же неопытность. Попал и отскочил. Ушел назад, хотя нужно было работать и добивать. Боксер-любитель. Ну да, да. Удачная серия, очки пошли назад. Что ж делать? Ничего, будем надеяться, если вот так вот пойдет эта серия боев у Дмитрия Агафонова, то он так постепенно уже совсем обживется в профессиональном ринге. Главное, почаще на него выходить. Редкий вес такой для боксеров-профессионалов, ну, вот именно в нашей республике, поэтому тяжеловато найти соперников. Да, ну на самом деле и в Европе, в общем, боксеров высокого уровня в этой весовой категории немного. Да что там в этой весовой категории, и 59 килограммов, где выступает Сергей Гулякевич, и 58, где выступает Андрей Исаев. Там тоже нехватка кадров остро ощущается. Да, однако мировой бокс, опять же напомню, очень хорошо представлен широко в этой весовой категории, очень яркими бойцами. Латиноамериканцами. Да, латиноамериканцами. Ну что, вот этот тут раунд, по-моему, Дмитрий Агафонов уверенно уже выиграл. Да, тут выиграл уже уверенно. Можно отдавать ему пальму предпочтения. Но у Владимира Косяненко, я напоминаю, остается последний раунд. Он все решит, все расставит точки над «и». Но для этого надо могилевчанину постараться побить. Ну вот мы видим, это серия в начале Дмитрия Агафонова, где он молодец, не пренебрег в том числе и корпусом соперника. Попытался здесь перехватить инициативу Владимир Косяненко, но Дмитрий Агафонов тут же ушел на дистанцию. Ну, опять же, может, повторюсь, но скажу, что обоим боксерам, значит, не хватает такой именно жесткости, не то что жесткости удара, а жесткости ведения поединка. Попал, отпустил, отошел, но это профессиональный бокс, здесь надо использовать. Если ты попадаешь в удар, нужно быть на сопернике, быть, постоянно бить, поджимать канатом. Ну, я надеюсь, Дмитрий Агафонов увидит вот эту вот нашу трансляцию. Она идет в записи, поэтому сделает выводы. Да. Послушает. Вот, ну, ох, подхват, хорошо. Подхват. Ну, поскользнулся. Но все равно был шанс у Дмитрия Агафонова. Надо было добивать, не отпускать соперника. Но он по-джентльменски поступил. Он увидел, что его соперник Владимир Косяненко поскользнулся в углу. Да, но профессиональный бокс джентльменство, к сожалению, не терпит. В нашей стране, да, может быть, но не за ее пределами. Уже видим какое-то даже рассечение у Дмитрия Агафонова на голове. Да, ну, если честно, я не заметил, когда он его получил. Да, в каком-то размене, я думаю, локтем. Ну, вот сейчас, вот зачем, если достаешь этим джебом, хорошо, зачем отходить назад? Нужно подхватывать и работать. Но сейчас да, работать. Особенно странно ведет себя в этой ситуации Владимир Косяненко. Вот вы видели, как ушел он сейчас на дистанцию, хотя, казалось бы, четвертый раунд для него решающий. Начинать свою карьеру профессионала с поражения, это, ну, мало того, что само по себе плохо, это еще очень вредно для рейтинга.
Вот, ну вот, на хорошо, на и нем, достать, нем. Достать сразу же. И снова, хорошо, вот попадает джебом своим постоянно Дмитрий Агафонов, но, к сожалению, вот одиночный вроде бы хороший удар проходит, но снова не хватает бобруйскому боксеру серийности. Тем не менее, в этом четвертом раунде, последнем, он ведет бой, диктует инициативу свою сопернику, и Владимир Косяненко, вот, наверное, впервые сейчас выглядит совсем уже растерянным и потерянным на этом ринге, не знает, что делать, могилевский боксер, хотя что делать тут, в общем-то, ясно. Ну вот, вот, отличная подклад, серия. Вот сейчас уже это похоже на такую жесткую бобруйскую школу. Да, и вы помните, как начинался бой, Дмитрий Агафонов шел назад и пытался идти вперед Владимир Косяненко. Сейчас, согласитесь, картина принципиально иная. Ну что, вот хороший поединок Дмитрия Агафонова. Я думаю, если бы так он начал первый раунд, то бой бы уже мог закончиться досрочно. Поскольку, ты правильно заметил, был скован в своем первом дебютном поединке Владимир Косяненко. И вот нужно было вот так вот поджимать и работать Дмитрию Агафонову. Вот-вот-вот, ну, опять, хорошо, опять взрывается. И преследовать его, дорабатывать. Тут попытался свой коронный апперкот использовать Владимир Косяненко, но был готов к этому уже Дмитрий Агафонов. Хороший бой для могилевчанина, конечно, для бобруйчанина, извиняюсь. Конечно, с боем против Фрэнсиса Кросса не сравнить, но уже что-то лучше, чем с Алексеем Кобазовым. Ну и вот это тот момент как раз, когда опыт, можно сказать, получается сразу от раунда к раунду. Вот видим, с каждым раундом боксирует все лучше и лучше Дмитрий Агафонов. Да, я думаю, что в ближайшее время этот боксер уже попробует и 6 вот, раундов стал боксировать. Стал уже и подхватывать. Вот да, здесь, хорошо, держит, и хорошо. Дорабатывает, дорабатывает соперника. Ну вот вы видите, 53,5 килограмма, но есть жесткость, если захотеть. Да, молодец. Вот последний раунд уже, да, его характеризовал как боксера-профессионала. Ну, хорош, хорош Дмитрий Агафонов. Все-таки под конец он порадовал нас. Ну вот этот подхват, подскользнулся здесь Владимир Косяненко, и видите, отпустил его в который в 10-й раз в этом бою, если не больше. Про Владимира Косяненко, тем не менее, не будем забывать. Да, он, наверное, проиграл этот бой. Я думаю, тут сюрпризов никаких нас не таит решение рефери. Ну, да, несомненно, два последних раунда были преимущество большое. Да, в пользу уже Дмитрия Агафонова. Вот по этим кадрам вы как раз все это видите. Но, тем не менее, о Владимире Косяненко не будем забывать. Ну, я считаю, что для дебютного боя было не все безнадежно плохо. И учитывая то, что все-таки мало у нас боксеров в этой весовой категории, хотелось бы, чтобы он продолжал заниматься профессиональным боксом, выходил на ринг, чтобы у нас эта весовая категория тоже росла. Может быть, составим конкуренцию мексиканцам. Будем надеяться на это, будем надеяться. Ну что, решили уже, я думаю, все судьи во главе с председателем Белорусской Федерации профессионального бокса Геннадием Наркевичем, во главе с известным российским рефери Леонидом Сорокиным, вынесли взвешенное правильное решение, но в этом бою, к сожалению, оно для них трудным не было. Да, несомненно, победитель Дмитрий Агафонов. Думаю, сенсации в судейских записках здесь не увидим. А, ну мы видим, что все-таки хорошо так разбил нос своему сопернику Дмитрий Агафонов в одном из ключевых эпизодов. В третьем раунде достал он тогда соперника. Так, Владимир Коваленя приглашает Владимира Косяненко и Дмитрия Агафонова. Уважаемая публика, и победу в этом поединке с разногласием судей одержал боксер углу ринга Дмитрий Бабусь. Ну, пропадал звук у ринг-анонсера, но мы успели услышать, что Дмитрий Агафонов выиграл с разногласиями, как да, неудивительно. Вот, ну, я думаю, просто один из судей отдал ничью, там не разногласия, победа туда, а поражение туда. Основываясь на первых двух раундах, я думаю. Да, 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 я думаю, отдали ничью. Что ж, теперь снова короткая реклама, ну а после нее продолжим смотреть профессиональный бокс.